Ой, соседушка, привет! Вижу, ты так похорошела, да и загорела. Где-то же ты была, мы с тобой так долго не виделись. Была на курортах Краснодарского края. Оттуда и привезла два рецепта черноморских мидий. Один рецепт сливочный, другой запеченный. Будем сейчас с тобой делать. Давай скорее. Мы с тобой берем мидию, разделяем на две части. Эту убираем, выкидываем, эту выкладываем на противень. Что-то я не поняла. А где тут жемчуг? Дорогая, в магазине. Мы уже прости. А теперь мы займемся соусом. Натрем сыр, смешаем потом сметаной, два зубчика чеснока. И все, будем с тобой выкладывать каждую мидийку. Его просто чика-дрикать? А моя сладкая. Сколько чика-дрикать и будем на терочке моего. Сколько нам надо? Два зубчика, я тебе говорила. Будь внимательна. Ты плохо скучала по мне. Ты сметанушки давай добавляй. Уже начинать? Ой, как вкусно пахнет. Какой ароматище. Вкуснотища-то, Танюшечка. Наш соус готов. Теперь мы с тобой выкладываем ложечку на каждую мидию. Аккуратно, аккуратно. Ты соус-то попробуем. А, так, чуть-чуть. Очень вкусно. Его можно, кстати, вот знаешь, чем? С хлебушком. Мы его сейчас с тобой сделаем. Подожди, не спеши. Мы с тобой должны еще оформить багет и посыпать кунжутными семечками. Вперед! Ставим духовочку на 250 градусов ровно на 5 минут. Пока, девочки. Ну а пока мы должны с тобой сделать еще мидии. В сливочном соусе нам потребуется с тобой лук, чеснок и сами мидии. Режем. Давай, давай, доби его. Ой, как готов. Пахнет. Так. Чеснок и лук. До золотистой корочки, и потом только мы отправим наши мидии. Ну что, женихи-то там тебе приставали хоть немного или нет? Таня, глубоко замужняя дама. Нет, но пытались. И немножко соли с перцем. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Все, у нас они обжарились. Давай, выкладываем, да? Поехали. Ух ты! Ах, какая красота! Как это пахнет! Ты чувствуешь, как морем пахнет? Конечно! Готовим мы это 5 минут, а потом мы выливаем. Сливки кокосовые, либо обычные, на ваше усмотрение. Давай их призакроем. Чтобы потушились. Ой, соседушка, вижу, не зря ты съездила на свои курорты. Безусловно, дорогая. 5 минут, и все готово в сливках и запеченные мидии. Приятного аппетита!